Всем привет! И сегодня на канале Gato Platiado дегустация и обзор чая. Чай называется Сьюзен, крупнолистовой купажированный цейлонский чай. Ну, название чая происходит в честь наследницы и владелицы чайной плантации в Цейлоне. Краткая история этой дамочки на обратной стороне упаковки. Вот, можно почитать. Итак, производитель Коломбо, Шри-Ланка. Вот все, что вся информация об этом чае. Как он выглядит? Выглядит он вот таким образом. Запах такой достаточно приятный, терпкий. И что касается ценовой категории. Ценовая категория ниже плинтуса. Эта упаковка на распродаже была по стоимости 80 рублей. Ну, что могу сказать. По вкусу чай, наверное, несмотря на такую низкую цену, может конкурировать с такими сортами чая, которые раза в 3-4 дороже. На мой взгляд, да, может. Потому что иногда покупаешь дорогой чай, он достаточно такой без запаха и без особого вкуса. Здесь же и запах присутствует, и вкус. Итак, давайте посмотрим, что получилось, что заварилось. Вот так он выглядит в заваренном виде. Такой цвет. Можно, конечно, было более крепким заварить, но здесь вкус и так достаточно насыщенный, такой, я бы сказал, четкий, острый вкус. Вот чаинки из чайника в таком виде. Написано до 3-4 сантиметров, но таких длинных я не находил. Вот стандартный размер. Ну что ж, попробуем, что это за чай. Вкус такой достаточно мне нравится. Вот не безвкусный, просто четкий чай, послевкусие такое, немного вяжущий, вкус такой чая, чем-то напоминает, ну, по вязкости саперави эффект, но менее такой выраженный. Вот. И сильно крепкий, наверное, не стоит заваривать, потому что вкус и так достаточно насыщенный. Вот. Что могу сказать по поводу этого чая? Чай недорогой, так как чай недорогой и обладает достаточно такими хорошими вкусовыми свойствами, я бы ему поставил 5 из 5, учитывая стоимость чая среди дешевых чаев, пожалуй, очень даже неплохо. Ну вот, на этом маленький обзор чая закончен. Всем пока!